В рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Новое поколение» региональным министерством по делам молодежи совместно с областным студенческим отрядом был реализован комплекс мер, направленный на популяризацию движения студенческих отрядов. С 2009 по 2013 год число студентов, вовлеченных в отрядное движение, увеличилось на 1200 человек и составляет 4055 бойцов. На поддержку студенческих отрядов выделено более 7 миллионов рублей. Омские стройотряды принимали участие в строительстве крупнейших объектов федерального и регионального значения. Олимпийские объекты в городе Сочи, объекты саммита АТЭС 2012 года. Представители Омского областного студенческого отряда на протяжении 5 лет осуществляли руководство Всероссийской студенческой олимпийской стройкой в городе Сочи. Руководство зональными штабами сводных отрядов-проводников, пассажирских вагонов депо станции Москва, Екатеринбург, Новосибирск. За 5 лет работы в Сочи омские бойцы неоднократно встречались с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Теперь у президента и премьер-министра есть бойцовки – форменные куртки Омского областного студенческого отряда. В декабре 2010 года состоялся всероссийский слет студенческих отрядов. В работе слета приняли участие делегации из 42 регионов Российской Федерации. Участие в движении студотрядов для молодежи – это не только возможность получить профессиональные навыки, стать экономически самостоятельным и конкурентоспособным на рынке труда. Это отличная школа социальной активности. Молодые люди, участвуя в социально значимых мероприятиях, учатся работать в команде, принимать решения, быть ответственными.